Следующее стихотворение Ирины Астаховой о том, что мы должны держать любимых людей рядом с собой, ни за что не отпускать. Самолеты, такси, поезда забирают любимых от нас. Я тебя не пущу никуда. Уходящим скажите сейчас. Я дождусь тебя, только вернись. Я пойду по твоим следам, если так пожелает жизнь. Не бросайте любимых в пути. Не жалей ни сил, ни ног. Сколько им суждено пройти, знает только бессмертный Бог. И цените родных сейчас. Не бессмертен вы человек. Чей-то рейс опоздает на час. Чей-то рейс опоздает навек. Через страны и сквозь города, расстояние и времени мимо, я тебя не предам никогда. Говорите своим любимым.